ЕДшка – это тот продукт, который даст все необходимое для правильного роста и развития вашего ребенка. В составе ЕДшки белки, жиры, углеводы находятся в хорошем соотношении. Что мне больше всего нравится в этом – это мало углеводов и достаточное количество жиров. Причем там есть жиры как животного происхождения, так и растительного происхождения. Все мы знаем, что дети хорошо едят сливочное масло. Это животный жир. Его, как правило, в рационе более-менее хватает. А вот с растительным жиром у нас есть проблемы, потому что дети редко кто любит есть салаты с маслом. Мне очень нравится в ЕДшке, что там есть растительные жиры в достаточном количестве, и они представлены кокосовым маслом. Это то, что обеспечит потребности наших клеток в растительных жирах и даст возможность организму работать так, как он должен работать. Один из важных жиров для развития мозга – лецитин. То есть все, у кого есть дети, они, наверное, с пеленок, что называется, слышали от неврологов, что необходимо употребление лецитина. Но один лецитин добавлять в рацион ребенка достаточно сложно. В ЕДшке лецитин входит в состав, и он находится в очень хорошем соотношении с другими жирами, что является несомненным плюсом для ЕДшки, так как это обеспечивает потребности, в том числе и нервной системы растущего организма. По белкам. Белки в ЕДшке сделаны достаточно умным способом. То есть там соотношение белков такое, что есть белок, который всасывается достаточно быстро и дает то чувство сытости. И есть другая фракция белка, которая всасывается медленно и пролонгирует вот это ощущение сытости у ребенка. Очень важная составляющая – это пищевые волокна. Пищевые волокна – это то, что дает возможность кишечнику правильно и хорошо работать, дает возможность кишечнику поддерживать состояние микробиоты, которые участвуют во всех процессах в организме. И пищевые волокна в ЕДшке представлены в достаточном количестве и достаточно хорошего качества. Витаминная составляющая у продукта очень хорошая.